Воу-воу, всем привет, ребят! Вы находитесь на канале Bill Cosmo Present. И сегодня это Unboxing 2. Давайте же начнем. Итак, сегодня на анбоксинге у нас офигительный набор. Очень офигительный. Сейчас настроим штативчик. Вот этот вот. Да, да, не удивляйтесь. И сейчас будем его распаковывать. Юх. Конечно же, Hasbro не жалеет скотча. Везде грёбаный скотч. Бесит. Тут-то это как бы попытаться его открыть-то, а? Блин. Ножнички рядом нету, блин. Есть, у меня что-то получается. У меня получилось. На данный момент я нахожусь в Питере, поэтому этот набор я купил в Питере. Давайте же я его распакую. О, как же я давно не открывал такие наборы. Господи, в общем, вот упаковка пустая. Здесь специальный блок. Да-да. Тут какой-то за свит сорт, может какой-нибудь красочный букет. Ну, в общем, я не знаю. Давайте попробуем фон, что ли, открепить. Хотя, тут еще есть такая бумажечка, которая тебя предупреждает, то, что здесь есть мелкие детали. Итак, давайте доставать. Начнем мы с вот этой собачки. Конечно же, тут все запаковано вот этими узлами. Слава богу, что их легко развязать. И... да, что-то получается. Есть. Так, или... да, что-то получается. Давай. Да, мы смогли. Так, теперь нужно достать. Так-то. Пытаться достать. Это будет очень сложно. Да. Смотрите, какой песик. Этот песик очень милый. Я не знаю его породы. И, пожалуйста, напишите в комментариях. У него такой хвостик, он такой милашка. Блин, я не могу на него... Вот, Snake LPS... Я не могу на него налюбоваться. Блин, у него такие глазки. Ладно, поставим тебя сюда. Следующим опытом мы достанем вот эту, ой, вот эту зайку. Блин, в кадр не влезает. Также все эти узлы. Кстати, здесь их легче распаковывать. И вот она, зайка. Тоже миленькая. Так, и да, щенок под номером 93, а зайка под номером 106. Вот такая вот. Далее я достану собачку. Так. Эта собачка у нас под номером 93. Так, вот этого щенка зовут Мэна Мастиф. Вот эту зайку зовут Ванила Велветирс. И вот эту собаку зовут Фрессия Фазифейс. И у нее номер 94. Так вот. Сейчас положим тебе сюда. Так, далее... Нет, самое главное, поэтому мы откроем потом. Далее давайте откроем детей. Ого, я смогу. Что-то получается. Да. Вот он, этот мимимишный щеночек. Блин, он не стоит. Вот. Вот, у него есть знак LPS, чуть грязненький, ну да ладно. Стоит, да, Никит, помолчи. Тут градиент есть,
Кстати, у него зеленые глазки. Так. Что и вот здесь вот. Хотя вот здесь вот. И знаете, сейчас у меня такой поэт. У меня есть что-то наподобие его. Сейчас мы найдем. Блин, неудобно так. Ура, я нашел. Так. И да, это собачка. Ее зовут Чоу-Чоу Леон Пафф под номером 97. Так. Далее я достану кофточку. Вот эта кошечка. Вот, лучше так сделать. Ее зовут Рейни Рагли, и ее номер 80. И да, у меня есть что-то наподобие этой кошечки. Да, знак есть. Вот это кошка! Да, они очень похожи. В принципе, это даже одна моделька. И у нее есть градиенты. Это очень классно. Давайте. О! Побольше света, чтобы было-то. Так, давайте открывать дальше. Провод уведи. Никита, молчи. Вот. Далее мы откроем медвежонка. Да блин, они так сложно все достаются. Особенно эти малыши. Блин. А, серьезно, было так просто. Вот этот медвежонок. Его зовут Фрезия Фазифейс, и у него номер 94. Открываем следующего малыша. О, да. Этого малыша зовут эта овечка, и его зовут Конфлабер Блювул под номером 98. Ты будешь настоять здесь. Далее мы откроем мизи-пизерных котов. Которых я боюсь потерять. Господи, смотрите, какой он мизи-пизерный. Смотрите, какой он по сравнению с там со стоячкой. Это, блин, это как питомец. Можно использовать. Он правда мизипизерный. Смотрите, как у него знак ЛПС на всю голову. Давайте вот с моей ладонью. Господи, это настолько мило. И его зовут у нас, Гуинея Вискарс. У него номер 107. Так, давайте вот так вот, чтобы было всех видно. Ну, не стоит, жалко. Да блин, Никит, да замолчи ты. Давайте как он учится. Не бывает. Вот. У меня есть. Толпал. О, давайте сюда всех пытов маленьких поставим. Потому что большие здесь занимают очень много места. Так, вот якуть, вот якуть. Вот так вот. И сюда вот малышей. О, господи. То у него с лапами не так. Так. Кошечка. Овечечка. Щенок. Щенок. И вот этот непонятно кто. Так, далее откроем котика. Котика-шпротика. Вот он этот мизипизерный котик-шпротик. Узнакал пьес. Он у нас Джазбери Вискерс. Он по номеру 81. Вот. И последний мизипизерный пэт. Это у нас собачка. Собачка. Не, 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 не.
вот эти мези пижоны достаются очень легко. Так, это у нас... Так, дайте, тут немного грязненько. Дайте я почищу. Вот этот пэт, также знак ЛПС на всю голову. Такой милый. Его зовут Мальта Ливали, и у него номер 96. И далее мы достанем самое главное в этом наборе. И самое главное, что нам будет трудно доставать. Это кошечку с пушистым хвостом. Да Никита, я же видео снимаю. Так, я тут... Блин, ура! Ух, знаменательный момент. Господи, этот хвостик, он замечателен. Вот это кошка. Посмотрите на нее, она настолько милая. Она даже по это свалила. Класс. Блин. Смотрите на ее пушистый хвостик. Ой. Так. Эта кошка нынче была без хвоста. То есть этот хвост приклеили. Блин, бедная кошка. Так, ее зовут у нас Майнили Флафтейл и номер 79. Да тихо! 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 Ну, а на этом было все. Всем дочки, всем пока. Просите Сашу на заднем фоне. С вами был Билл Космик Презент. Всем дочки, всем пока. И помни, смотришь ты Билл Космик, жизнь будет просто космос. Подписывайтесь и ставьте лайки. Пока-пока-пока.